Привет всем, ребята! Хотела показать вам время, как распускаются цветы. Вот смотрите, глициния уже полным ходом цветет, вот прямо над моей головой. Кустарник, такой дворик я нашла, классненький. Вообще цветет все уже у них практически. Вот розы белые, смотрите, зацвели. Красиво. Вот, проходя тоже мимо, нашла здесь такой парк и музей, смотрите, вилла Тарлония называется. Смотрите, как много травы, все зеленое, здесь очень много бегунов, вот, которые бегают, спортсменов. Есть даже водичка, можно набрать. Таких источников вообще очень много во всем Риме. Смотрим, если она течет, течет. Классно. Парк огромный. Я даже, если честно, не знаю, насколько огромный. Нужно будет просто так немножко прогуляться и посмотреть. Ну, такой кусочек леса. Кусочек леса. Огромные кипарисы. Все такое зеленое. Все цветет. Вот есть даже такая бамбуковая роща. Вот она загорожена. Там кошечки греются, видите? И очень много собачников выгуливают своих собачек. Влюбленные там на лавочке вон целуются. Очень такое интересное, симпатичное место. Очень даже. Мне нравится. Вот она сама вилла. Смотрите, опять с обелиском здесь. Огромная и очень красивая. В форме такого полукруга. Смотрите, наверху там есть даже такие чаши с растениями. Обалдеть, очень красивое место. Очень-очень красивое место отдыха, так скажем. Здесь просто можно расслабиться, а также можно погулять со своими питомцами, а также можно просто насладиться зеленью, цветами, красотами, которые здесь посажены. Смотрите, фонтанчик. Вот такой фонтанчик. Интересный. Смотрите, какие поляны тут. Распустилась акация. Пахнет. Очень красиво пахнет. Здесь даже игровая площадка для деток. Смотрите, папы гуляют с детками. Расцвел кустарник, у нас его называют невеста, очень пахучий тоже. Видите, как смотрится эта вилла вот так вот на виду с пальмами, с кипарисами и вот с этим кустарником. Шикарно, правда? Вот такой вид открывается. Достаточно большая территория этого парка. Там вдалеке, посмотрите, я вижу вот такой замечательный дом, как из сказки. Смотрите, какой он красивый. На самом деле, как сказочный домик. Итальянцы умеют и работать, и отдыхать. Смотрите, даже гимнастикой люди занимаются в этом парке. Как интересно. Какие все-таки молодцы итальянцы. Умеют и работать, и отдыхать. Вот за это я их очень уважаю. Вот наверху, смотрите, самолет пролетает прямо над нами. Видите? О, я не знаю, если вы видите. Вот такой вот замечательный парк в Италии я нашла. Здесь очень много.
Вот эта вилла сзади, вот как раз на выходе. Шикарный такой балкон, терраса. Вот такие вот цветочки. Обалденные просто. Каждый раз открываю для себя Рим с новой стороны. Вот, честное слово, каждый раз он настолько красив, настолько он меня впечатляет, ребят, что, ну, нельзя не влюбиться. Просто хочется здесь остаться навсегда и впитывать, знаете, вот эту благодатную атмосферу этого города. Смотрите сюда. Здесь протекал родник. Вот прямо вот с этого кувшинчика, который держит эта дама, текла вода вон туда вниз. Видите? Сейчас он немножко запущен. Видимо, засох источник. Но очень-очень красиво сделано. И вот в другую сторону есть еще одна вот такая дорожка. И вот такой выход на другую улицу, уже на проезжую. Когда с проезжей части заходишь сюда, как кусочек рая находишь. Видите, сразу уже начинается. Ребят, смотрите, тут рядом с парком, что я нашла. Консульский отдел посольства Российской Федерации в Италии. Классно. Вот все, что они делают, видите? Классное очень, такое красивое. Видно сразу, что Россия. Территория посольства огромная, как и сама Российская Федерация. Ну, в общем, Путин не пожалел денег на российское посольство в Италии. Молодцы. Россия рулит, ребята.